После масштабных учений «Посейдон» это 4 минных тральщика, испанский, польский и турецкий. Мы можем наблюдать немецкий. Сейчас. Рядом возле него, я так понимаю, стоит испанский минный тральщик. Ну что дальше? Дальше стоит польский, по всей видимости, турецкий. Ну, сейчас посмотрим более детально, внимательно. Стоит
немецкий, как я и говорил, и сразу испанский. Вот он. Вот стоит польский, большой такой. Ну а дальше турецкий. И вот интересная такая эмблемка на поляке: медведь и верблюд. Все разные значки, естественно, эмблема НАТО, спасательные шлюпки. Посмотрим, как сзади выглядит испанец и немец. Выглядит поляк сзади. Вертолетная площадка накрыта у поляка. Там в трюмах. Вот так выглядит турок спереди. Так вот выглядит турок, устрашающий. Ух ты, ёпта! Сейчас, подожди, пару секунд. Турок наш. Люм! Вика, ты успела хотя бы с конфетами? Ваша? Да? Четыре мало, больше, да? Трапа на турецком. Офицер такой красивый. Газировать не хочет. Так они выглядят сзади.